Беспристрастный видеорегистратор одного из участников дорожного движения зафиксировал, как красный кабриолет с запоминающимися номерами лихо идет на обгон по улице 2-я лагерная областного центра. Водитель явно превышает скорость и в один момент теряет управление. Машина с открытым верхом влетает в дорожный знак и переворачивается. Куда торопилась девушка, пересекшая сплошную линию разметки, сотрудники ГИБДД выяснят, когда автоледи будет готова давать показания. В больнице убеждены, что с таким сотрясением мозга спешить дама не будет еще долго.